местными вчера успел пообщаться, они говорят, что украинцы вышли и начали обстреливать город, пока здесь не было военных. Они пока здесь стояли, тоже обстреливали. А для чего, по-вашему, это делается? Честно говоря, я не знаю. Может быть, хотят создать видимость, что российские военные таким произволом занимаются и бьют непосредственно по населенному пункту, непосредственно по мирному населению. И во всех их средствах массовой информации они говорят только об одном. Говорят о том, что российская армия, российские войска обстреляли город. Хотя по факту это их военные, подчиняются их приказам и обстреливают город. Ну, вы же здесь живете, вы это видите сами. Да, мы это видим.